сейчас приступим к награждению наиболее отличившихся сотрудников отрасли. Единственное, что то, что не попало сейчас в фильм, информация о Валентине Ильиче Дроздове. К сожалению, наша отрасль за этот 17-й год понесла большую потерю. Я думаю, здесь каждому присутствующему в этом зале это имя известно. На 83-м году жизни ушел из жизни, извините, Валентин Ильич Дроздов. Бессменный руководитель, последнее время доцент Института медиатехнологий, Северо-Западного института в прошлом. Человек, который огромный вклад внес в развитие образования, полиграфического образования. Я прошу почтить его память с вами. Итак, дорогие друзья, для вручения грамот Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации приглашается президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов, профессор, кандидат технических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный полиграфист Санкт-Петербурга, член Общественного совета Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации Борис Александрович Кузьмин. Дорогие друзья, к благодарности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации за достижения в использовании информационных технологий в продвижении полиграфических услуг представлены типография 4 цвета и, естественно, директор типографии Анри Милуа. Награда еще в пути, поэтому аплодисменты. Эта типография разработана и внедрено программное обеспечение под брендом «Зеленый коридор», позволяющее осуществлять клиенту самостоятельный быстрый расчет на сайте, автоматически проверить макет и оформить заказ без менеджера по самой низкой цене. Система предоставляет 4 вида оплаты: самовывоз, ну, или заказ доставки. Также в благодарности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации за достижения в использовании информационных технологий в продвижении полиграфических услуг представлена типография Fast Print. Вот. И, соответственно, аплодисменты директору типографии Григорию Гольдману, который находится здесь. В этой типографии разработан и внедрен персонализированный партнерский сервис, где клиентам доступны онлайн-расчеты, автоматическая онлайн-проверка и подготовка макетов, оформление и оплата заказа. Действует уникальная партнерская программа для рекламных агентств и типографий, которая позволяет любому клиенту самостоятельно заказать типовую полиграфическую продукцию без участия специалистов типографии. Настоящая партнерская программа уже внедрена в более чем 150 рекламных агентствах страны. Итак, дорогие друзья, почетной грамотой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации награждаются Петров Андрей Леонидович, ведущий инженер электронной типографии ФНГ «Печать», стаж работы 14 лет. Грамотный, ответственный специалист, постоянно нацелен на решение самых сложных задач. Андрей Леонидович принимает самое активное участие в новых инсталляциях и модернизации оборудования. Аплодисменты! Приглашаю на сцену Гудеева Александра Сергеевича, главного механика типографии МДМ «Печать», стаж работы 15 лет. Александр Сергеевич начинал карьеру со слесаря, ремонтника, зарекомендовал себя отличным руководителем, грамотным и ответственным специалистом. На сцену приглашается Парахов Дмитрий Викторович, сменный начальник производства типографии МДМ «Печать», стаж работы 21 год. Из печатника отсека печати вырос на типографии до сменного начальника производства. На сцену приглашается Евтушевский Юрий Иванович, внутренний аудитор типографии МДМ «Печать», стаж работы 12 лет. Юрий Иванович – эксперт-экономист печатной индустрии высшей квалификации. На сцену приглашается Крылова Зинаида Валентиновна, начальник отделочного производства Санкт-Петербургской образцовой типографии. Стаж работы более 20 лет. Специалист высшей квалификации, талантливый наставник, профессионал с большой буквы. На сцену приглашается Пичугина Ольга Александровна, менеджер по качеству
Санкт-Петербургской образцовой типографии. Стаж работы 18 лет. Первоклассный специалист в области контроля качества полиграфической продукции. Огромное достижение Ольги Александровны – постоянное совершенствование системы контроля и качества на типографии, ну и, как следствие, сведение к минимуму выпуска продукции, не соответствующей техническим условиям предприятия и государственным стандартам. На сцену приглашается Литвиновская Жанна Владимировна, руководитель группы обслуживания заказов полиграфические услуги компании Superway Group, стаж работы в области 21 год. Инициативный грамотный специалист в области технологии полиграфического производства. При активном участии Жанны Владимировны разработаны и реализованы программы по запуску новых для компании направлений цифровой печати. На сцену приглашается Алексеева Анна Николаевна, ведущий инженер контроля качества типографии «Конфлекс СПБ». Стаж работы более 11 лет. Пройденной Анны Николаевны в компании от рядового до ведущего инженера контроля качества. Отличные аналитические способности, опыт и знания безошибочно помогают в определении причин любого производственного дефекта. На сцену приглашается Родионов Максим Мигелевич, старший печатник флексографской печати типографии «Конфлекс СПБ». Стаж работы 12 лет. Трудолюбив, настойчив, требователен к себе и коллегам, вежлив, тактичен при общении с заказчиками при запуске тиражей. На сцене приглашается Ковалев Михаил Вадим Михайлович, старший оператор ламинатора, старший оператор приклеечной машины типографии «Конфлекс СПБ». Стаж работы 13 лет. Является основным разработчиком системы ежедневного технического обслуживания на типографии, принимал активное участие в совершенствовании технологии ламинирования и цели повышения качества выпускаемой продукции. На сцену приглашается Никулин Евгений Геннадьевич, ведущий менеджер по закупкам типографии «Конфлекс СПБ». Стаж работы в отрасли более 15 лет. Целенаправленность на результат, стремление к совершенствованию и повышению знаний на рынках поставщиков позволяют Евгению Геннадьевичу добиваться высоких результатов в работе. На сцену приглашается Мустафаев Мустафа Галимович, генеральный директор типографии «МТМ Принт». Стаж работы 35 лет. Мустафа Галимович – опытнейший специалист и успешный бизнесмен. Но награда найдет своего героя. На сцену приглашается Редькин Дмитрий Александрович, печатник типографии «Печатник». Стаж работы 19 лет. Принимает активное участие в подготовке специалистов в освоении новых технологий. В коллективе пользуется заслуженным уважением. На сцену приглашается Зенец Олег Львович, печатник типографии «Печатник». Стаж работы 25 лет. Грамотный профессионал, специалист высокой квалификации, занимается саморазвитием, активно участвует в освоении новых технологий. На сцену приглашается Гайдаш Алексей Александрович, машинист вырубной штамповальной машины типографии «Печатник». Стаж работы 11 лет. Лучший специалист типографии по итогам 2017 года. Отличный наставник для молодых специалистов. На сцену приглашается Павлова Елена Сергеевна, руководитель отдела подготовки заказов типографии «Печатник». Стаж работы 15 лет. Активный, заинтересованный, инициативный сотрудник. Специалист высочайшей квалификации. На сцену приглашается Татаринов Юрий Александрович, наладчик полиграфического оборудования типографии «Печатник». Стаж работы 18 лет. Специалист высшей квалификации, грамотные производственные решения и высочайший профессионализм. Вот фирменный стиль Юрия Александровича. Фотография на память, да? Общая. Да, дорогие давайте друзья. Еще раз поаплодируем. Немножечко скучнее, чтобы всех было видно. А мы продолжаем. Для награждения благодарностями Комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга приглашается Алексей Дементьев, заместитель председателя комитета. Благодарностями Комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга награждаются Голубев Денис Сергеевич, бригадир участка постпечатной обработки типографии «МТМ Печать», стаж работы 25 лет, грамотный специалист, талантливый наставник.
Нечаев Виктор Васильевич, ведущий механик типографии МДМ «Печать». Стаж работы в отрасли 31 год. Ведущий сотрудник компании, грамотный специалист высокой квалификации. Успешная инсталляция нового оборудования и модернизация работающего. Главная ответственность Виктора Васильевича на типографии. На сцену приглашается Ананин Виктор Михайлович, слесарь-ремонтник 8-го разряда. Типографик МДМ «Печать», стаж работы в отрасли 25 лет. Высококлассный специалист с большой буквы, вдумчивый, грамотный и требовательный к себе. Всегда нацелен на эффективный результат. На сцену приглашается Алимов Евгений Сергеевич, директор издательско-полиграфического центра Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Стаж работы в отрасли 21 год. Уделяет особое внимание наставничеству с упорством и терпением, передает свой опыт и знания молодым специалистам. На сцену приглашается Галин Виктор Иванович, инженер-электронщик Санкт-Петербургской образцовой типографии. Стаж работы в отрасли 25 лет. Первоклассный специалист в области настройки и обслуживания полиграфического оборудования. Навыки и знания Виктора Ивановича не раз становились гарантом бесперебойной и надежной работы всей типографии. На сцену приглашается Павлов Алексей Иванович, оператор выводных устройств Санкт-Петербургской образцовой типографии. Стаж работы в отрасли 25 лет. Специалист высочайшего класса с богатейшим опытом работы. Алексей Иванович продолжает совершенствовать свои навыки и повышать мастерство. Является эффективным наставником молодых сотрудников. На сцену приглашается Дубов Александр Владимирович, оператор промышленного ламинатора 4-го разряда Санкт-Петербургской образцовой типографии. Стаж работы в отрасли 17 лет. Сфера деятельности в типографии более чем обширна. Освоение нового оборудования и материалов обучения молодых специалистов. Консультирование сотрудников при запуске новых тиражей и самых сложных заказов. На сцену приглашается Черкашина Татьяна Александровна, генеральный директор производственной рекламной компании «Живанна». Стаж работы в отрасли 12 лет. Благодаря грамотному руководству компания «Живанна» успешно работает на рынке города более 15 лет, удовлетворяя спрос клиентов на самую разнообразную качественную полиграфическую продукцию рекламного и производственного назначения. На сцену приглашается Войтыхович Анастасия Александровна, дизайнер производственной рекламной компании «Живанна», стаж работы в отрасли 9 лет. Отличается безупречной и высокоэффективной работой, активно участвует в реализации особо значимых проектов. Ну, награда тоже найдет своего героя, аплодисменты. А тем временем я приглашаю на сцену Ивлеву Наталью Александровну, помощника коммерческого директора типографии «Конфликс СПБ». Стаж работы в отрасли 15 лет. Высокая квалификация, большой опыт работы, аналитические способности, внимательность и скрупулезность позволяют успешно координировать оформление, введение заказов, распределение поступающих материалов, а также участие в сложных процедурах тендера, обеспечивать взаимосвязь с производством. На сцену приглашается Кошурина Татьяна Владимировна, начальник отдела маркетинга типографии «Конфликс СПБ». Стаж работы в отрасли 11 лет. Главное качество – высокий профессионализм, сосредоточенность на достижении результата, мотивированность и энтузиазм. Доброжелательность, умение работать в команде, деликатность и уважение к коллегам. На сцену приглашается Алиева Мария Эрнестовна, фронт-менеджер отдела продаж типографии «Конфликс СПБ», стаж работы 15 лет. В отрасли, я вам сказал. Да. Итак, дорогие друзья, для вручения фотографии на общем, да, получается сейчас у нас, потому что мы дальше идем почетный знак, будем вручать и... Дорогие друзья, для вручения почетного знака «Отличник полиграфии Санкт-Петербурга» приглашается Жамиля Каменева, директора по развитию бизнеса и маркетингу компании «Коника Минолта». И вручение сертификатов на получение денежной премии. Генеральный директор компании «Эркопи»
Вадим Владимиров, а также генеральный директор типографии МТФ Принт Мустафа Мустафаев, генеральный директор типографии Конфликс СПБ Владислав Яценко и генеральный директор типографии Печатня Ирина Руденя. Почетным знаком «Отличник полиграфии Санкт-Петербурга» награждается Попова Зоя Войковна, индивидуальный предприниматель, стаж работы в отрасли 23 года. Все 23 года отработала на предприятии группы «Эрпринт». В зале аплодируем ей, потому что после выбора пенсии продолжает сотрудничество с компанией в статусе индивидуального предпринимателя. На сцену приглашается Субботин Олег Джорджевич, печатник типографии МТФ Принт, стаж работы в отрасли 17 лет. На сцену приглашается Курилов Сергей Викторович, главный технолог типографии Печатня, стаж работы в отрасли 21 год. Высококвалифицированный специалист с огромным опытом работы. Сергей обладает обширным объемом знаний в области полиграфии и всегда находится в курсе самых последних инноваций. На сцену приглашается Буршина Валентина Дмитриевна, ведущий фронт-менеджер отдела продаж типографии «Комплекс СПБ». Стаж работы в области 39 лет. Имеет глубокие профессиональные знания и большой опыт работы на полиграфических предприятиях. За многолетний добросовестный труд отмечена благодарностью. На сцену приглашается Воронов Виктор Александрович, руководитель дизайн-студии типографии «Комплекс СПБ». Стаж работы в отрасли 20 лет. Аплодисменты. На сцену приглашается Губанова Елена Ивановна, старший оператор-колорист типографии «Комплекс СПБ». Стаж работы в отрасли 20 лет. Кто-то должен работать, действительно. На сцену приглашается Иванченко Александр Николаевич, главный механик типографии «Конфликс XPB». Стаж работы в отрасли 17 лет. Имеет высокий авторитет среди сотрудников, глубокие знания и богатый опыт позволяют Александру Николаевичу повышать квалификацию новых сотрудников, контролировать их работу и помогать развиваться. На сцену приглашается Карпова Надежда Владимировна, технолог по подготовке производства типографии «Конфликс XPB». Стаж работы в отрасли 39 лет. На сцену приглашается Морозова Наталья Амберовна, начальник производственного отдела типографии «Конфликс XPB». Стаж работы 29 лет в отрасли. Грамотный, квалифицированный специалист. Неоднократно отмечена благодарностями руководства компании. На сцену приглашается Соколова Светлана Игоревна, заместитель коммерческого директора типографии «Комплекс СПБ», стаж работы в отрасли 17 лет. Светлана Игоревна высококлассный специалист. Свои обязанности выполняет профессионально, творчески и с душой. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Итак, общая фотография на память. Приступаем к кульминации награждения. Для вручения нагрудного знака и почетного диплома высшей награды полиграфического сообщества Санкт-Петербурга, почетного звания «Заслуженный полиграфист Санкт-Петербурга» приглашается президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов, кандидат технических наук профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный полиграфист Санкт-Петербурга Борис Александрович Кузьмин. Денежной премии приглашается генеральный директор типографии «Комплекс XPB» Владислав Яценко, генеральный директор типографии «Майер» Денис Чулков, генеральный директор типографии «Печатня» Ирина Руденя, генеральный директор Санкт-Петербургской образцовой типографии Алексей Филатов, генеральный директор компании «Берег Северо-Запад» Сергей Григорьев.
Итак, в 2018 году почетное звание «Заслуженный полиграфист Санкт-Петербурга» присуждено Лаговской Ольге Николаевне, менеджеру по продажам типографии и печати. Стаж работы в отрасли 24 года. На сцену приглашается Никончук Елена Ивановна, менеджер по сопровождению заказов типографии печати. Стаж работы в отрасли 11 лет. Основные качества – оперативность и стратегическое видение. Для коллег является примером и наставником. На сцену приглашается Цейникер Исай Шнейрович, главный инженер типографии печатня. Стаж работы в отрасли 40 лет. Специалист высочайших квалификаций. В курсе всех технических новинок. Пользуется заслуженным уважением в отрасли и среди коллег предприятия. Почетное звание «Заслуженный полиграфист Санкт-Петербурга» присуждено Быстрыгину Владимиру Александровичу. Владимиру Александровичу, печатнику офсетной печати 6-го разряда Санкт-Петербургской образцовой типографии. Стаж работы в отрасли 39 лет. Целеустремленный и ответственный сотрудник продолжает развивать мастерство и совершенствовать свои навыки. Успешно передает свой опыт, знания и умения новому поколению. На сцену приглашается Сироткин Александр Владимирович, главный инженер Санкт-Петербургской образцовой типографии. Стаж работы в отрасли 35 лет. Первоклассный специалист. За годы работы приобрел колоссальный опыт в области настройки и обслуживания оборудования. Постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. Пользуется заслуженным уважением в коллективе. На сцену приглашается Пантелеева Надежда Владимировна, директор по маркетингу типографии «Комплекс XTV». Стаж работы в отрасли 25 лет. Профессионал высочайшей квалификации с огромным опытом работы в области маркетинга и продаж. Талантливый наставник. На сцену приглашается Полесский Василий Михайлович, начальник производства типографии «Майер». Стаж работы в отрасли 30 лет. Аплодисменты. На сцену приглашается Блоков Михаил Павлович, заместитель главного инженера Санкт-Петербургской образцовой типографии. Стаж работы в отрасли 34 года. Профессионал большой буквы. Внес огромный вклад в техническое перевооружение и переоснащение полиграфических предприятий Северо-Запада. Свои огромные знания и богатейший опыт передают студентам, работая доцентом кафедры полиграфического оборудования и управления Высшей школы печати и медиатех и технологий. Заслуженно пользуется большим уважением и авторитетом в области. На сцену приглашается Шандрин Андрей Валентинович, генеральный директор типографского комплекса «Денис», одного из крупнейших полиграфических предприятий страны. Талантливый руководитель, обладает огромным опытом работы и практическими знаниями, способный принимать оперативные и стратегические решения. На сцену приглашается Барабанов Алексей Алексеевич, один из самых заслуженных, авторитетных и образованных полиграфистов Санкт-Петербурга. Стаж работы, внимание, 57 лет, в возрасте 57 лет Алексей Алексеевич. Более 20 лет занимал должность главного инженера флагмана советского книгопечатания, типографии и печатный двор. Имеет правительственные награды. В последние годы Алексей Алексеевич передавал свой богатейший опыт и знания в качестве доцента кафедры полиграфического оборудования управления Высшей школы печати и медиатехнологий. Дорогие друзья, позвольте поздравить всех награжденных работников. Такие награды стоят дорого. Уважаемые коллеги, и заключительный акцент. У нас по положению звание заслуженный полиграфист Санкт-Петербурга выдвигает
кандидатов предприятия. Но мы сегодня присутствуем при зарождающейся традиции. И я хотел бы поблагодарить компанию «Берег» в лице Сергея Григорьева здесь, которые по представлению Союза полиграфистов решили выдвинуть на соискание этого звания Алексея Алексеевича Барабанова, самого заслуженного, самого достойного. Доказал то, что он достоин этого звания. И компания «Берег» решила поддержать нашу инициативу и взять шефство над Алексеем Алексеевичем. Да. Уважаемые коллеги, вы уложились в наше время, и все только начинается. В 11:10 первая сессия. Желаю вам успешной работы. Всего доброго! Thank you.